рвется, тот мало всем не покажет. Я боюсь, что она взорвется. Thank you.
Не дай бог где-то в поле так один, да, и что делать? За 5 минут мы все нахуй говорим. Вот кому так легко не повезло. А за кем направо? Да. Говорит, запах бензина. Да, ты не спустил. Ну хорошо, что вот все выбежали с этими, с одни тушители. А не дай бог здесь на дороге, да? Это же 15 минут и машины будет. Значит, дай Бог, чтобы хорошо все вышло. Thank you.
случилось? Что она загорелась? Я не знаю, ты-то подъехал. Водители спрашивают. Ну давай, поработай. Скажите, а что случилось? Чего загорелась машина? Ехала. Это во время движения, да? Андрей Петрович, какова была вероятность того, что машина может взорваться? Вероятность загорания автомобиля всегда высокая, если он может автомобиль взорваться. Вот у нашего прибытия владелец уже отсоединил аккумулятор, чтобы прилетело последующее разгорание. Мы сейчас совершим проливку, промывку всех агрегатов автомобиля. Я думаю, что на этом будет ликвидация закрытия. А почему вообще происходят такие вещи? Как бы мы не устанавливаем такие причины, но вероятная причина – это, скорее всего, что замыкание электропровода. Это часто вообще такие случаи бывают? У нас... На моей памяти бывают такие случаи, замыкают электропровод автомобиля, разгорают на. Скажите, я видела, что огнетушителя в машине одного недостаточно было. То есть машины, водители, они подносили свои. В таких случаях как вообще справляться? В таких случаях лучше иметь в автомобиле углекислотный огнетушитель емкостью 2 литра и больше. Угу. То есть одного не хватит? Килограммового огнетушителя, да, может не хватить. И первое, вы сказали, что отсоединить нужно? Отсоединить аккумулятор, да. Угу. А в таких случаях вообще наличие бензина или газа в машине, как оно влияет на... Если в машине еще установлена газовая установка, то ее нужно обязательно обеспечить. Угу. Спасибо большое. Все, вы уже все, да? Промыли там.